Полпред президента Игорь Холманских дал высокую оценку подготовке к окружному форуму молодежи «Утро-2015». Эту тему с губернатором Владимиром Якушевым он обсудил в режиме видеоконференции. Форум состоится в Тюмени с 20 по 30 июня на 12 тематических площадках. В рамках форума пройдет цикл патриотических мероприятий «Здесь ковалась победа», ряд мероприятий, приуроченных к проведению года литературы в России. Тема «Работающая молодежь» будет раскрыта также через проекты Уральского федерального округа «Славим человек труда» и через проекты международного движения «WorldSkills International». Тюменский проект «Здравый смысл» лег в основу спортивной повестки. Будут проведены уличные тренировки по единоборствам, кроссфиту, стрик-воркауту. Участники форума, их будет 1500, сдадут и нормы ГТО. Регистрация на сайте проекта открыта до 31 мая.